Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Ну и утро на Болткоме, мы продолжаем такой очень серьезной действительно темой. Очень сколько просто языков вот счесали, можно сказать, наши политики, пугая, с одной стороны, экономическим кризисом из-за подорожания электроэнергии, и призывая граждан, собственно, озаботиться спасением утопающих, дело рук самих утопающих, ставить солнечные батареи и пользоваться, дескать, ну вот этой дармовой, ну как бы условно дармовой, потому что за солнечные батареи тоже надо платить энергии. Да, и более того, на прошлой неделе это у нас был еще и специалист, который рассказывал, насколько это экономически выгодно, обоснованно, и где эти батареи взять, и к кому обращаться. Да, ставь сколько, чем больше, тем лучше, тем больше выработаешь энергии. Сдашь государству, еще, значит, получишь, ну, условно говоря, сдал, потом зимой забрал обратно и с денежки сэкономил. Еще и с процентиком, ага. Ну, и все это приводит к тому, что количество домохозяйств, которые устанавливают солнечные батареи, увеличиваются. И это приводит к другой проблеме. Оказывается, не все этому рады. Например, предприятие Saddlers Tickles возмущается, что количество электроэнергии, произведенной солнечными панелями, уже чрезмерно, и специалисты в ближайшее время могут отправиться в внезапные незапланированные рейды, незапланированные, конечно, для собственников по частным домам. Вот обо всем об этом, что происходит, как правильно устанавливать батареи, чем недовольна Saddlers Tickles, мы побеседуем с Эдгарсом Берхольцем, главой Ассоциации умных и энергоэффективных технологий городской среды. Доброе утро, Эдгарс. Доброе утро, ребят. Что за проблема, что за хаос происходит? Вроде как, с одной стороны, да. Дело благородное, прекрасно. К этому призывают, наоборот, ставьте больше солнечных батарей, вдруг выясняется, что это оказывается... С другой стороны, открываем кошельки, платим штрафы за это самое. Вот там, по большому счету, ситуация довольно интересная. Я как смеюсь, сейчас очень многие компании, которые до этого занимались совсем другими делами, сейчас все специалисты солнечных панелей. И это, наверное, плюс-минус нормально, потому что в любой в рыночной ситуации, когда спрос больше, чем предложение, конечно, все довольно резко меняется, и все пытаются запрыгнуть в этот поезд, который довольно быстро сейчас на нынешний момент едет, конечно. Но есть один но, что, во-первых, люди, которые выбирают или желают ставить солнечные панели, это только поздравительно, потому что очень большая часть людей все-таки до сих пор надеется на государство, что оно им поможет. Это, конечно, хорошо, и надеюсь, что какая-то помощь, наверное, будет. Но если сам себе не поможешь, боженька тоже, наверное, не поможет, как мы все это хорошо знаем. И на нынешний момент... Люди выбирают, конечно, деньги есть только сколько они есть, и тогда получается вариант, что начинают искать что-то дешевле, где-то что-то предлагают лучше, ну и так далее, такое прочее. Нормальная и стандартная ситуация на рынке. Но очень многие компании, которые на нынешний момент сейчас начинают заниматься этой сферой, во-первых, у них нет понимания, это номер один, потому что это не настолько все просто. И номер два, то, что у этих компаний нет никакого гаранта. В плане того гаранта, что я имею в виду, что компания, например, сделана, не знаю, полгода или три месяца назад, капитала у компании нету, и тогда вопрос, что будет дальше со всем этим, если через год-два с этими установленными панелями что-то случится. Ну, кто будет давать эти гарантии? Ну, вот такая вот вкратце ситуация на рынке, которая она сейчас на нынешний момент есть. Так, подождите, если я правильно понимаю, то, что вы сейчас сказали, речь идет о том, что я, как человек, который в этом ни черта не понимаю, прихожу в какую-то фирму, выбираю, разумеется, что мне выгодно, то есть подешевле, покупаю, мне устанавливают, там что-то крыши дома моего прикрутили, а потом выясняется, что прикрутили мне какую-то ерунду малокачественную, и я, получается, теряю свои деньги. Да еще мало ли того, там вдруг закоротит что-нибудь там. Вот.
И родное государство так озаботилось, что я потрачу свои деньги кровные зря. Извините, я в это верю не совсем до конца. Ну как, ну Александр, нет-нет-нет, мы встанем на твою защиту. А таким образом регулировался бы рынок иначе. Вводилась бы какая-то сертификация этих торговцев или подобные вещи. Речь же идет о штрафах меня, как человека, который установил. То есть, за что? Почему опять придут к условному мне, а не к этому бесчестному торговцу, который сам не знает, что он продает и обманывает? Да, я согласен на то, что вы говорите, полностью согласен с вами. Есть один но. Во-первых, то, что ставится на крышу, это полностью ваша ответственность, так как вы хозяин этого всего. Это номер один. Номер два, в последнее время довольно часто бывают ситуации, когда ты заполняешь эту таблицу инвертора, которую вы ставите у себя на крыше, например, чтобы эта вся система работала, там есть список, который есть в Латвэнерго или в Садалстиклс, который аккредитирован, но никто проверить это не может. А второе, то, что начинаются проблемы с того, что ставится больше панелей и запускает в сеть больше этого напряжения. Из этого исходит то, что мы привлекли внимание, что мы уже какие-то, не знаю, месяца три, по-моему, насчет этого говорим, если даже не больше, что, милые люди, сделайте сертификацию или аккредитацию каких-то компаний, которые могут это все делать, и не будет вопросов, потому что это только нормально, что люди пытаются найти что-то подешевле. Это нормально. Опять же, если мы идем дальше, страховка на дом, на частный дом, если вам ставила несертифицированная компания, это получается, и не дай бог, как вы сами упомянули, что может быть короткая и дом сгорит, не дай бог, вам никто не будет оплачивать страховку. Ну, там очень много «но». И самое странное, что меня удивило, так как государство и сказало, что они не готовы влезать в частный бизнес и не будут ничего регулировать. Пусть рынок сам урегулируется. Нормально. И, по-моему, то есть выхлопы моего автомобиля они в ЦСДД на Антонес-2 замеряют. Да. Так, да. А здесь это регулировать не моги. Да. Почему? Так что, какая логика? Я не отвечу, логики там нету, потому что, смотрите, когда это все началось, по большому счету, по-моему, в этом году, в марте, когда уже государство сказало, что оно будет доплачивать деньги на счет творчества, если вы ставите как помощь до 4000 евро, изначально уже это было, некорректно, скажем так, потому что 4000 евро вы можете получить максимально, это то, что если вы ставите на крышу 11,1 киловатт напряжения на крышу. И потом идет градация, которая идет вниз, и если нормальный дом как такой ставит, если потребность не настолько большая, вы, например, ставите 6 киловатт, в конце концов, получается, что вы от государства дополнительно получаете где-то около 2000 евро. Ну, говорят, что 4, а в конце концов это не совсем правда. Остальное, там еще есть довольно много заметок. Одна из них, которую тоже мы спрашивали, почему вы такую поставили, потому что толку от этого никакого нету, логики нету. Это то, что частный дом может использовать только половину от своей мощности. Что это значит? Это значит, что стандартный дом, например, если вы живете в доме, если у вас нету, там, не знаю, какой-то большой пилы или что-то наподобие такого, у вас в дом заходят 3 фазы 20 ампер. Это номинальное напряжение, грубо 13,8, не грубо, а ровно 13,8 киловатт. Это значит, что вы максимально можете поставить 6,5 киловатт солнечной панели. Опять же, Садалстиклс вроде бы это никак не регулирует, им ничего нету против, а если вы хотите получить денег от государства, опять какие-то ограничения. Прошу прощения, Эдгар, хочу уточнить, я правильно ли понимаю? Да. То есть ограничено, что я половину могу вырабатывать сам с помощью солнечных панелей, а вторую половину я обязан закупать у государства?
Не совсем, нет. Там идея другая, что они изначально вроде бы они боялись, что если будет большой спрос, тогда эти провода, которые подводятся к дому, могут не выдержать или трансформаторы. Не будем заходить в нюансы, потому что довольно сложно уже начинать становиться. Идея какая, что просто, чтобы уравнять эту ситуацию, поэтому вроде бы они ставили это. Но Southern Stickles до сих пор никому не отказал самую большую мощность, которую можно ставить частная персона. Ну, ситуация довольно странная, я бы сказал. Но взаимоисключающая, да. Да, и в конце концов, если человек хочет себе поставить полную мощность, все остальное, ему надо поднимать напряжение, все остальное, и это опять занимает время. Я бы хотел сказать то, что, наверное, сейчас, если вы хотите зимой нормально платить за счета, потому что всех, наверное, ошарашила последняя информация насчет цен газа и цен электричества, и это, я думаю, что не предел, они, наверное, будут еще. Я думаю, что сейчас, вот пока еще август, уже начало августа, и смотрим то, что солнце все-таки плюс-минус нормально у нас до октября, ну, я бы сказал, что, наверное, сейчас последний момент запрыгивать этот поезд и что-то начинать делать, чтобы, не дай бог, не получить неприятный сюрприз счетов и всего остального. Да, но при всем при этом различные ограничения, отсутствие сертификации. Ну тогда расскажите степ-бай-степ, куда вот мне, например, полному профану в этих вещах обращаться. И, кстати, могут ли обращаться только жители и владельцы частных домов, ну там рядных и так далее, или сообщества многоквартирных? Да. Очень хороший вопрос. Степ-бай-степ, как вы спрашивали, попытаюсь рассказать. И про вопрос второй, который вы задали, пока нет решения насчет вот именно квартирных домов. Вот этого решения нету, это тоже там просто... Нет, с какой стороны? Со всех сторон юридически это пока невозможно сделать, потому что сеть в квартирах сама по себе довольно сложная. Ну, представьте себе, у вас в дом заходит один большой кабель, потом он разделяется на все квартиры. И на нынешний момент решения насчет этого в Латвии пока, во всяком случае, нету. Хорошо, возвращаемся к первой части частные дома. Да, и к первой части частные дома. Я думаю, во-первых, если есть спрос, как такое, конечно, очень, как я говорю, предложение очень большое, и заходя в интернет, конечно, можно найти компании, которые предлагают хорошие, качественные, все в порядке. Но опять же, как вы говорите, если человек, который ничего не понимает, и вот открывает интернет и сейчас читает, я думаю, что самое первое надо посмотреть, во-первых, когда компания регистрирована, насколько у них есть капитал и насколько они профессионально это все предлагают. И я думаю, насчет этого и изначально, наверное, довольно хватает, потому что, еще раз повторяю, если компания 2-3 месяца, вопрос, что будет через год. Ну, я могу называть компании, которые хорошие, но я не уверен, что это, наверное, правильный подход. А есть ли такая проблема, что я слышу, что проблема такая существует, что продается БУ солнечные батареи, которые вот вывозятся из Европы, и они уже выработали во многом свой ресурс, их продают под видом чуть ли не новых. Есть такая ситуация. Спасибо за вопрос. Я насчет этой ситуации смеялся в плане того, что помните 90-е годы, когда к нам привозили из Германии машины, которые нужно было списать. Им было легче их продать за копейки, потом кто-то начал там это все вариться и так далее, такое прочее. Ну, все помнят эти хорошие времена. Но сейчас ситуация довольно похожая, потому что реально, если так смотреть, тогда повторяется история. И опять же, в той же самой Германии или в другой стране Европы, когда где-то уже это не бизнес, это уже давно нормальная потребность солнечной панели, очень много из них, во-первых, они старого моделя, они некачественные, они старые, они у них появилась на сверху уже абразивная часть, когда солнце уже довольно плохо влияет или работает, и вот их сейчас завозят сюда. Добрые люди, не делайте, пожалуйста, этого и не ставьте. Во-первых, это отдача от них процентно уже где-то 40 или 30% вообще то, что там написано, это номер один. Во-вторых, они опасны для дома, и ну, я бы на свой дом вообще бы не думал что-то такое ставить. И в-третьих, потом, где вы их будете сувать через 3 года? Запомните еще одну вещь, что за все вещи, которые заводятся
я бы сказал, с левыми компаниями или БУ-компаниями, которые заводят, они не платят никакие налоги. Dubs Resource Nodobus, как на русском, не знаю. И это получается то, что потом их утилизировать будет, во-первых, очень-очень дорого, и для нашей страны это будет очень плохо. Но есть, да, очень такое предложение тоже есть. Еще одна интересная ситуация, что я наблюдал, что в интернете начинает появляться, что электрики, у которых есть сертификаты, продают свои подписи. Опять же, никогда не подписывайтесь ни на чего такого, потому что если у вас непрофессиональный человек подключает систему, с стоимостью 10 тысяч евро, я грубо просто говорю, и вы готовы рисковать, что какой-то человек это все ставит, и потом вы достаете подпись от какого-то электрика, но это, честно говорю, это очень-очень плохо и очень опасно. Так что, ну, ситуация довольно многие, мы как люди, которые привыкли выживать в любых условиях, ну, вот такая вот ситуация у нас пришла, к сожалению, на нынешний момент. Угу. Спасибо за рекомендации, конечно же. Итак, ни в коем случае не покупать бэушные панели, потому что дороже выйдет по-любому. Если не сгорит дом, то потом устанешь их утилизировать и платить за это дело. А электрики тоже никаких левых подписей, все только по-белому, по-честному обязательно. И это если удастся пройти все эти бюрократические вилы, связанные с отсутствием сертификации. И смотрим, конечно, еще на срок действия этой компании, которая, ну, сколько существует компания. Да, но боюсь, что тоже так с улицы не посмотришь, когда была, в общем-то, организована компания любая, это надо заходить в специальные ресурсы, платить за это деньги, иметь доступ к этой информации. Тоже, я не в общем-то, если заходишь в Лурсофт, за бесплатно можно посмотреть, когда компания. Спасибо за уточнение. Да. Лурсофт, ЛВ, всем в помощь. Да, это можно все сделать. Но еще раз, самое главное, что это все работает, это стопудово, и я даже, честно, очень удивлен, потому что я сам себе поставил, как было возможно, в марте уже, и уже за этот период мои солнечные панели произвели около 6,5 тысяч киловаттных часов. Ну, это значит то, что зимой мне не нужно будет переживать насчет того, что мне счета будут очень-очень большие. И опять же, если смотрим дальше, электричество – это одно то, что мы, конечно, смотрим телевизор, там, не знаю, холодильник и все остальное. Но опять же, есть еще следующее решение, где очень хорошо можно использовать – это насосы, которые воздух, вода. И в тот момент можно это все электричество использовать уже, чтобы отоплять дом. Еще один факт, который нужно смотреть, когда человек собирается ставить себе солнечную панель – обязательно надо посмотреть, сколько у вас потребность за год. Нету толка, если вы не будете использовать это электричество, ставить больше. Потому что надо вспомнить одну вещь, что подсчет Saddlesticks, то, что мы запускаем в сети, потом берем обратно, это за год. Это, то бишь, получается 31 марта, 1 апреля. Если мы, люди, которые производят электричество солнечными панелями, запускают это все в сеть, если за год мы это электричество не потребляли, это все обнуляется. Так что нету толка, то, что все говорят, ставьте больше, там все будет хорошо, да, найдете, куда использовать. Если вы не собираетесь использовать, толку от этого никакого нет. Ты просто, считай, заплатил за выработку впустую. Спасибо огромное за рекомендации. А если что, надо просто искать Ассоциацию умных энергоэффективных технологий городской среды, обращаться к ее специалистам. Глава этой ассоциации Эдгар Сбергхольц был с нами в прямом эфире с замечательными умными рекомендациями по поводу установки солнечных панелей. Огромное спасибо. Солнечного лета и теплой зимы, Эдгар. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо большое, ребята. Вы слушаете Радио Болтком.